Всем приветик! Сегодня я буду готовить вкусняшку для крыс. В общем, что? У меня вот такой корм версии Лага, Crispy Pellets называется. Корм очень хороший, крысы его едят хорошо, но есть одно но. Он очень вот большой. Гранулы огромные, им, во-первых, брать неудобно и тащить, они же не едят возле миски, обычно таскают, в общем, им неудобно. И кексик один раз большой кусок откусил и подавился, поэтому я их порезала не сильно мелко, вот как получилось, не всю пачку, правда, дорезала. Вот, и значит, что сейчас я когда резала, он очень сильно крышится, и у меня осталась почти вот целая банка, вот такой вот, ну, маленькие кусочки такие мелкие. Вот сейчас пойду делать из этого вкусняшку. Так, нам понадобится, я беру белок без желтка, одна штучка, хлопушки, у меня вот 5 злаков, овсяные, пшеничные, ячменные, пшенные и ржаные, такие хлопушки. Так, ну вот, собственно, остатки корма, еще добавлю, здесь у меня мелко нарезанный укроп, петрушка, и это пюрешка овощная, которую я замораживаю с добавлением немножко детской пюрешки мясной. Вот так выглядят хлопушки красивые такие. Вот всякие разные. Так, добавляем сначала по чуть-чуть. Теперь все перемешиваем. Так. Добавляю немножко корма. 2 ложечки, наверное, добавлю. Потом, если что, можно будет добавить. Так, пюрешка. Пюрешку всю добавлю. Прям так, чик. И овощи. Ой, овощи, зелень. Одной рукой не очень удобно. Так, теперь все это я перемешаю. Так, получается достаточно жидкая консистенция, поэтому я еще добавлю ложечку корма. И хлопушек 2 ложечки. У меня будет такая вот овощная печенька. Можно добавлять также фрукты, может, мяско, цукаты. Но я не буду. У меня будет овощная полезная с зеленью печенька. Так, ну вот такая вот получается. Можно делать в духовке или в микроволновке, но я хочу попробовать в духовке. Мне кажется, они там будут немножечко такие посуше, более хрустящие, что ли. Так, сейчас надо положить красивенько. Так, я сделаю вот 6 печенюшек. Вот такие небольшие. У меня еще тут остается прилично. Я это все не буду делать, а просто выложу, ну, как обычно, у меня вот этот контейнер, чтобы потом разморозить и сделать свеженькие. Потому что на 2 крысы это получится слишком много, а часто такое давать нельзя. Поэтому я заморожу, потом разморожу, посмотрю, если оно будет хорошее состояние, сделаю опять печенюшки и дам. Ну вот, у меня получилось на 2 разочка, наверное, еще. Это вот у меня еще пюрешка осталась. Так, это ставим в духовку. По времени пока не знаю. Буду смотреть, как они будут подсушиваться, подзапекаться. Печенюшечки готовы. Вот такие вот красивые получились. Такие сухенькие, но не очень. То есть хорошие такие. Стояли они у меня 7 минут. Сейчас пойду дам попробовать мышулечкам своим. Спят, спят мои зайки. Будете вкусняшку? Вкусняшку будешь? Кексулечка, ты будешь вкусняшку? Листочек. Скорей-скорей дам вкусного. Кто первый? Листочек. Кексуля. Осторожно, осторожно. Так, куда понесли? Ну что, вкусная печенюшка? Уплетает, молодец, молодец, листочек. Так, сейчас кексика проверим. Кексуля.
Можно к вам? Кексик, сколько себе тут намыкал. Как нравится печеньюшка, да? Вкусная? Вкусная и полезная печенька. Молодцы, мои зайчики, кушайте. Ну вот, всем хорошего дня. Пока-пока.